Александра, я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы со мной проделали. После каждой нашей встречи я себя чувствовала спокойней и уверенней. Вы знаете, что я к вам обратилась после того, как у меня обнаружили рак. И многие со мной согласятся, что настрой невероятно важен во время этой болезни. У меня был настрой победителя. Сегодня я здорова. И спокойствие, которое я ощущала, и уверенность, которая у меня была во время всей болезни, во время всей химиотерапии, очень многое из этого благодаря вам. Спасибо. Я желаю каждому человеку попасть в ваши руки для того, чтобы он смог испытать именно эти эмоции, потому что они важны просто для того, чтобы продолжать жить.